Сегодня буду изготавливать светильник в стиле лофт. Для этого нам понадобится вот такие палочки деревянные, клеевой пистолет, патрон для лампочки, краска черная, эмаль и кусок провода. Для плафона будем использовать вот такой вот одноразовый контейнер. Начали. Для начала нарезаем 6 комплектов палочек. Первый комплект 2 сантиметра, второй 21, третий 15, четвертый 7, пятый 11,5 сантиметров и шестой 14 сантиметров. Thank you.